по Вехарю мы местечко, конечно, не угадали. Вчера он здесь был, сегодня эта стая, наверное, улетела куда-то другое место кормиться. Улетела весь вот так вот грядуй к лесу. То есть я думаю, если мы где-то в лес сядем, то там будет лед, потому что он вечером будет лететь, конечно, ну, скормиться в лес. Поэтому будем садиться теперь там, наверное. Ну, не знаю, может быть, он и здесь будет завтра, да, например. То есть я не знаю. Ну что у нас остается? Сейчас мы не уходим с этого шалаша, попробуем здесь, вот поле здесь все скошено, проще будет искать эту утку подбитую, здесь она летает, она с кормежки из полей уходит на водоемы, то есть там водоем, вот через нас она будет лететь, по идее. В принципе, мы сидели вчера недалеко, от, ну где-то 100 метров отсюда, и она нормально летела. Ну как нормально, уже, конечно, не идет открытие, но она есть. Так что сегодня тоже попробуем что-то сбить. Вчера двух добыли. Трех стрельнули, одну не нашли, то есть она упала, все, ее даже, ну, в эту, поэтому мы место сменили, где все скошено. Вот шалаш такой небольшой сделали, я думаю, его будет достаточно, скрыться немножечко. Ну что, будем пробовать, попробуем что-нибудь заснять, если получится. Но утку все не видел, на поле она прям садилась, где-то в метрах 500-600 от нас, она села, то есть действительно, да, она ест, питается тут. Поля частично убрали, частично они еще, ну, не убраны, как бы. Ну, посмотрим сегодня, что получится у нас. Ну, вот уточка уже полетела. Пла чуть-чуть не на нас, она летит как-то так. Ладно, будем ждать. Ну, бинокль удобно, кстати, очень. Но бинокль должен быть хороший. Хотя бы Никон покупать. У него нормальное просветление. И не слишком дорого. То есть 1010 будет стоить бинокль. Экономить на этом нельзя, а то нахрена не увидите вообще. Друзья, трех вихерей мы пока еще, мы пока добыли. Один прям крупненький, совсем прям здоровый. Но лед у нас еще не закончился. Будем сегодня готовить. Ну что, друзья, сегодня попробовали на голубе без чучел, то есть, ну, просто так поохотиться, то есть на пролете. Пролет был, добыли трех. И то все на дальнем расстоянии, там 50-60, там 70 метров, потому что, ну, ближе он не подлетал.
чучел не было, как бы надо все-таки с чучелами охотиться, потому что так это все-таки, ну, где-то он летит рядом, да, он тебя не видит, где-то он далековато уже летит и не подлетает. Ну вот, добыча наша сегодняшняя. Все были живые, то есть я к ним подходил, все были живые. Потому что, еще раз говорю, дальняя дистанция была, и приходилось стрелять с сильным опережением, то есть, ну, что-то попадало. Дробь как бы. Вот. А так, ну, все, добыча есть. Добыча есть. Так что охота на голубя очень интересная. Будем завтра, наверное, еще поедем. Если как погода у нас будет. Вот. И попробуем уже так более к этому подойти посерьезней. Так что так вот, друзья. Охота очень интересная.